Всем привет! Наверное, уже почти все сидят постоянно в социальных сетях. Кто-то больше, кто-то меньше. И именно поэтому у нас сегодня интересное приложение, которое может повеселить как тебя, так и твоих друзей. Сегодня у нас приложение «Взлом ВК». Удивить своих друзей можно с приложением «Взлом ВКонтакте». Эта программа на самом деле прикол, и взломать аккаунт в соцсети будет невозможно. Но зато как это эпично выглядит. Можно с серьезным лицом попросить у друга или подруги ID ВКонтакте, вбить его в приложение и наслаждаться выражением лица человека, которого мы взламываем. Приложение может делать имитацию взлома. Все как в кино, черный экран, подбор паролей, вуаля, и результат взлома. Случайно сгенерированный пароль, который на самом деле вымышленный. Но друзья не знают, и поэтому первая реакция будет шок. Уж поверьте. Приложение подтягивает аватарку владельца аккаунта, а также имитирует переписку с его друзьями. Ну, в общем, как будто вы действительно его взломали. Ну и личный совет от нас. Экран с взломанным аккаунтом не показывайте долго, чтобы друзья не догадались. Для тех, кто любит розыгрыши, отличное приложение, поэтому советую, качайте.